Рабочий живет счастливее нас с вами, господа. Я обвинуясь скажу, я хотел бы быть рабочим. Рабочий класс может добиться улучшения своего положения только собственными руками. Сколько раз из-за вас мучился, томился, один раз из-за вас чуть не утопился. Я категорически требую, чтобы всяческие молокососы с дурацкими гитарами не мешали нашей резолюции. У тебя деньги есть? Есть. Покажи. Деньги ваши будут наши. Береги и получишь сухую. Трешник мне сам под бильярд. Бастовать. Так сразу и бастовать. А у Ерофеева спросились? Ты слушайся токарей. Токарь все постиг. Не бывать у нас забастовки не из-за чего. Учишь 26 лет гитарю! Идем на улицу, товарищи! Там ваше место! Мы погибнем по одному! Мы победим вместе! Отречемся от старого мира, отряхнем его прав с наших ног. Нам не надо золотого кумира, ненавистен нам царский чертог. Вот он, сермяжный воин, который сломит шею врагу и выведет Россию на светлый путь. Выведешь, братец, Россию на светлый путь? Так точно, ваше высокородие! Выведем!